Куда вы приехали? Меня зовут Жанна. Мы приехали из города Вологды. Это северо-запад России. Угу. Вот, моря у нас нет, гор нет. Поэтому да, нам есть озера, леса. В принципе, тайга очень большая территория, но достаточно холодно. Поэтому рады посетить даже осенью такой теплый и гостеприимный край, как ваша республика. Абхазия, да. Достаточно очень интересно, древняя, самобытная. Очень приятный, интересный очень народ, много очень комфортный, очень много интересных исторических мест. Знаем, что связано очень много и легенд, и каких-то, как сказать это правильно, исторических каких-то фактов, моментов, которые мы не знаем. И интересно нам было бы об этом узнать. И вот благодаря вашим книгам, надеюсь, мы эту информацию найдем, подчеркнем. Приятно поражены, можно сказать, поскольку в эту республику при той достаточно маленькой территории можно посещать не один, не два, даже не три раза. Очень много исторических, на самом деле, мест, которые какие-то не искусственные, а настоящие, которые пронизаны историей, культурой, традициями. И все с любовью, самое главное с любовью. На самом деле, Апсны – это страна любви.